Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я решил записать небольшой видеоролик, так как когда-то записывал такой промо-ролик, в котором я обещал, что на этом канале будет рассказываться о том, как реализовать себя как творческого человека. Вот, значит, сейчас я тут демонстрироваться будет коллаж, который я сделал, направляясь к Богу. Вы встретите человека, идущего от него. Я вас ничему не буду учить буквально, но некоторые понятия какие-то, возможно, у вас сформируются, вам будет легче сформировать какие-то общие какие-то вещи. То есть первый постулат такой, который нам очень важен. В настоящий момент времени вы не являетесь человеком, или я не являюсь человеком. Таким образом, у нас появляется уникальная возможность участвовать в сотворении человека. В современных всех институтах общественных закреплено отношение глубокого уважения к достоинству человеческому. И от рождения каждый из людей считается обладает правами человека, которые закреплены в соответствующих общественных институтах, законах, нормах, моральных там принципах и так далее, нравственных. Нам важно для себя, как для одного индивидуального личности, понять принцип. То есть мы остаемся в обществе, чтобы не нарушать законы общества, моральные и нравственные законы, которые доставляют нам права человека, и мы, сообразуясь с этими правами человека, берем на себя какие-то обязательства. Как нам найти пространство, в котором быть свободными. И вот эта возможность дает понимание такой концепции, что в настоящем моменте я не являюсь человеком, в настоящем моменте. Я, конечно, несколько утрирую, вы понимаете, но тенденция, общая тенденция в этом прослеживается. Итак, как бы это странно не звучало, но чтобы быть свободным человеком в обществе, люди вынуждены нарушать закон, который дает им право быть человеком. Так вот, чтобы нам не нарушать этот закон, мы говорим для себя, внутренне соглашаемся, что я настоящий не человек. Все, как только внутри, в настоящем моменте, я согласился с этим, что внутри человека в настоящем моменте, вот в этом настоящем моменте, нет человека, тогда образуется пространство, свободное от времени. Все. Свободное пространство. И, соответственно, в этом пространстве мы можем рассматривать, что в это пространство размещается. Но мы с вами говорим о творческом продукте, о том, чтобы что-то сотворить, талант реализовать и так далее. Поэтому мы надеемся на дар Божий какой-то. Правильно, в это пространство придет. Вот. И поэтому нам необходимо соблюдать нравственные принципы, моральные принципы, чтобы это пространство ограничить внутренне, закрыть его от внешнего влияния. От внешнего влияния, чтобы туда ничего, ничто внешнее не попало. И поэтому нам необходимо соблюдать морально-нравственные принципы, законы и так далее в мире, который существует. И, соответственно, в этом интересном моменте мы получаем такую возможность соучастия в творческом процессе, в сотворении. Быть свидетелями можем, мы быть наблюдателями можем и так далее. Да? То есть человеческие качества мы можем проявлять в будущем и в прошлом, чтобы защитить свой настоящий момент, который свободный от человека. А в этот свободный момент, свободное пространство, приходит Творец. Каким образом он туда приходит? Приходит он туда очень просто. Мы тогда можем такое понятие, не очень много называется, на слух воспринимается. Раб Божий. Раб. Мы напишем там слово. Раб. У нас сразу это коричневый, сразу у нас ассоциация рабовладельческий строй, там... колониальная эпоха какая-то и так далее.
Но вот это слово «раб» именно обозначает, что внутри, в свободном пространстве, образуется вот это слово «раб». «Раб». Видите? Это пространство внутри. Вот там «раб» образуется. И тогда, когда внутри образуется «раб», туда приходит творец и начинает творить. Что творить в мире? Мир начинает творить внутренний там. А практически начинает творить человека. Творческого, в конечном итоге. Возвращаясь, значит, к теме о том, что как стать, реализовать свои творческие замыслы или креативные замыслы, или преодолеть творческий кризис, мы всегда возвращаемся вот к этому понятию. Понятию того, что настоящий нет человека. И вы постоянно такую проблему на себе наблюдаете, когда занимаетесь творческим процессом, эту проблему возвращаетесь. То есть, когда вы в настоящем моменте вы допускаете сюда, в настоящий момент допускаете человека, а вы его допускаете, то у вас возникают проблемы, творческий кризис образуется. А вам надо, чтобы там был раб, раб, который раб Божий, раб Творца. То есть он должен стать Творцом, этот раб. Внутри вас постоянно находится раб в настоящем моменте. А человеком быть вы можете в будущем или в прошлом, ради Бога, никто вам не запрещает. Как раз вот эти две руки-то и будут вам давать творческое начало. То есть вот эти руки будут вот этом. Вот у раба появятся руки. То есть принцип, первый принцип, который мы сегодня оговариваем с вами, о том, что в настоящем, вот ручка не пишет, в настоящем человека нет, а есть раб. Раб. Пространство свободное от времени. Вот. Как только вот это вы будете осознавать, вот с этого начинать надо. Тогда мы начнем. Спасибо за внимание, что смог, то сказал. С вами был я, Виталий Ерофеев, на канале «Чувство знания» с темой творческого человека.